Впервые на занятия в детский сад пришли 320 дошколят. Юные жители микрорайонов Курса и Козыгур с этого дня больше не будут сидеть дома. Воспитатели научат малышей писать, считать, читать и познакомиться с окружающим миром. Для этого здесь все условия – просторные комнаты, светлые спальни, спортзал с инвентарем и оборудованный медицинский кабинет. Детский сад укомплектован кадрами. Кадры направлены из центра обслуживания работы по направлению. Образовательная программа этого детского сада не отличается от других детских садов. Идет здесь воспитательная работа, учебная работа. Это полностью относится детский сад к городскому отделу образования. В новый детский сад будут ходить лишь половина юных жителей микрорайонов Курса и Козыгурт. Остальным мест не хватило. Близнецы Айдын и Айкын в числе счастливчиков. Мама пятерых детей рада, что младшие получат дошкольное образование. Старшие дети в школу пошли сразу же из дома, без необходимой подготовки. Я 15 лет живу в Курсае. Трое детей у меня уже учатся в школе. В детский сад они не ходили, так как его не было. А вот двоим моим близнецам выпала замечательная возможность попасть в садик. Благодаря тому, что он государственный, соответственно, оплата тут невысокая. И здание очень красивое и внутри, и снаружи. В этом году в Шымкенте будут открыты еще 3 государственных детских сада и 8 частных. Пока же в Шымкенте работают 160 детских садов, а в свою очередь детский сад ждут 40 тысяч маленьких шымкенцев.